Ну что, Хэллоуин закончился, и тыква превратилась в тыквенный суп. Ну, вообще-то тыквенное пюре, скорее, наверное, по консистенции. Сейчас я его разогрею. Тут, в принципе, только тыква, солюшка и сливочное масло. Будет такой сегодня обед. Так, в коллекцию Google животных. Сегодня у меня здесь неопознанный коте. Прелестно. Смотрите, какая красота получилась. Разогрелся, стал немножечко пожиже. Сверху маздам сыр я натерла, и семечки у меня только льна. Все, такой вот обед. Приятного аппетита. А за окном... снег. Но благо он тает, потому что сегодня, вроде как, я смотрела, будет нулевая температура, 0, минус 1. А завтра так вообще потепление. Жду не дождусь. Всем привет! Ну что, все-таки вытащила себя. Оделась тепло. Ну как тепло, еще не по-зимнему, конечно. Еще по-осеннему. Но все равно, довольно-таки тепло. Поеду сейчас в Броннице, а заеду, узнаю, можно ли у них распечатать тот формат, который мне нужен. Блин, и покажу вам сейчас снег. Ой, поверьте, но снег пока еще до конца не растаял. Но ничего, завтра обещают, что будет потепление, завтра все растает. Жду с нетерпением этого завтра. Пока поедем в Броннице, будет что интересное, покажу вам. Тут, правда, уже растаяло, потому что я включила машину. Снег типа пыталась показать. Ну вот, вот есть снег. Видите, с этой стороны еще не растаяло. Вот доказательство того, что снег есть. Все, аккуратненько еду. Нужно пешочком туда-туда пройти. Я специально так встала, чтобы мне там кругаля не делать. Так, а тут, кстати, парк. По нему пройду, тут никого нету. Посмотрите, гнездо какое-то. Ну, как-то вот туда надо пройти. Мне кажется, тут проход должен быть. Памятник. Кому памятник? Маргелов. Генерал армии, командир воздушно-десантных войск. Стыдно, но мне это ни о чем не говорит. Так, а тут, видимо, вечный огонь. Ой, у меня руки замерзли. Все, в общем, я побежала. Парк закончился. Что, иду обратно. Все, можно их распечатать. Сейчас машине расскажу. Ну что вы тут, ребятки, холодно вам? Что тут, теплые полы, вы тут греетесь?
Фу, все, пришла домой, вся в снегу. Снег пошел такой, знаете. Ну, действительно, где-то минус один, ноль. Ну, в общем, такая погодка терпимая. Так, отдала я на печать. Но отдала я на печать три фотографии. У меня их 9, но я отдала 3. У меня 9 фотографий, 6 рамок. И 3 я отдала на печать. Потому что они стоят, ну, я думала, что где-то 100 рублей стоит распечатать одну такую фотографию. Но нет, 170 рублей стоит, поэтому я пока 3 распечатаю. За 3 фотографии получается 510 рублей. Завтра будут готовы утром уже. Можно будет приехать забирать. Вот. Ну, после зарплаты распечатаю оставшиеся. Что делать? Ну, так, кусками. Ну, блин, ничего страшного. По чуть-чуть... по зернышку, и уже целый амбар. Ладно, шутка-минутка. Все, поеду сейчас, заеду в карусель, черную маску возьму. Ну, посмотрю еще там, какие у них масочки есть. Вот. Поехали. Так, вернулась. Купила, смотрите, вот такую черную маску. Их тут две. Они, ну, как бы разделяются на два приема. Взяла две, как правильно по-русски. Короче, две упаковки взяла. То есть 4 маски тут получается. Взяла вот такую вот с ядом, тканевая маска с пептидом. Ой, глаз что-то попало. Безопасный аналог змеиного яда. Красота. И... Ой, плачу одним глазом, не знаю, что-то в глаз попало. Сейчас вытащу линзу, промою. Короче, и еще одна маска. Сейчас покажу вам ее. С алоэ. Ну, я ее уже брала. Вот. В общем, такие покупки. Такие покупки в карусель. Все, сейчас закончу плакать одним глазом. И поеду домой. Ну что, все, я дома. Заехала еще в магазин, купила... мяско всякое разное, фарш и грудку индейки, по-моему, да. Все, пойду домой. Снег у нас продолжается, но благо он тает, и я все еще верю, что завтра будет тепло. Все, на этом со всеми прощаюсь. Хорошего всем дня. И сегодня пятница. И что бы ни было, я этому все равно тоже рада. Все, всем пока-пока.